Венский рынок очень далеко. Вот такая обстановка. Кто думает, что нужно забраться подальше, вот нормальная манго здесь стоит 30 тысяч вьетнамских донгов. Вот виноград 40 и 50 тысяч донгов за килограмм. Так что даром тут ничего, к сожалению, нет. Вот, и забираться на дальние дешевые рынки большого смысла не вижу. Обстановка вокруг, ну, вот такая. Вот такая обстановка.